Так, домашнее задание. Word book four sounds A, G, O, I, E, O. Так, первый звук A, длинный. A, прикладываем руку к уху, как бы переспрашивая. A, A. Обрати внимание, что у нас первая буква в данном звуке произносится, а вторая буква молчит. Есть такая английская поговорка. When two whales go walking, the first does the talking. Когда две гласные буквы вместе, они как бы идут гулять. И при этом первая гласная говорит, видишь, как здесь гласная A, а вторая гласная молчит, она не май, не произносится A. И обрати внимание, как этот звук читается. Читается так, как эта буква звучит в алфавите. A. A. Дальше необходимо прописать звук A. Да? И обрати внимание, звук долгий. Мы его еще называем long sound. Долгий. Long, long. Потому что значит длинный. Длинный звук. Long sound. Then you write down A sound in the words. Затем ты прописываешь звук A в словах. И читаешь. R, A, N, rain. Следующее. T, R, Ain, train, поезд. С, на, эйл, снейл, улитка. Дальше закрываешь эти слова рукой и пишешь их на память. Сейчас я тебе подиктую. Поехали. Rain. Как мы пишем диктант? Сначала мы слушаем, что говорит учитель. Дальше вместе повторяем. Вот сейчас мы с тобой должны вместе уже повторить. Rain. Пожалуйста, пытовка. Rain. Дальше мы на пальчиках показываем каждый звук. R, A, N. И смотрим. Смотри, всего три звука, а букв будет четыре. Потому что звук A записывается двумя буквами. R, A, N. Да, здесь две буквы. Rain. После этого ты пишешь звук, слово rain. Время, пиши. Пиши. Write down. Write down – это значит запиши. Write down. Write. Write – это писать. Значит, пишем слово rain. Записали. Дальше проверяем. Да, открывай вот, слово в рабочей тетрадке, проверяй, получилось у тебя слово rain. Вот, на твоем листочке получилось слово rain. Если получилось, то хорошо. Опять рабочую тетрадку закрываем. Берешь отдельный листик, ручку и пишем следующее слово. Train. Поезд. Значит, смотри, еще раз я произношу слово train. Его послушаем. Теперь мы вместе с тобой произносим train. Дальше на пальцах показываем, как слово пишется. T-R-A-N. Смотри, сколько звуков. Четыре звука, но букв будет у нас пять, потому что звук A, он записывается двумя буквами. A, A, долгий звук. Train. Дальше мы записываем слово train. Да? Write down. Да, записать. Write down. Write down. Записывать слово train. Train. И теперь его проверяешь, да, с рабочей тетрадкой. Проверяешься. Получилось? Если получилось, хорошо. Если нет, закрывай рабочую тетрадку и по новой. Train. Опять каждый звук. T, R, A, N. Смотрим, четыре звука, но будет пять букв, потому что звук A записывается двумя буквами. А еще раз пробуем написать слово train. И последнее слово snail. Вместе повторяем. Snail. Теперь на пальцах показываем звуки. S, N, A, L. Обращаем внимание. Четыре звука, но букв будет у нас пять, потому что звук A записывается двумя буквами. Звук долгий. Snail. Да, записываем. Слово snail.
Вот, записал. Дальше проверяй, правильно написал или нет. Если неправильно, то попробуй написать еще раз, чтобы было правильно. Мы переходим к следующему звуку. Звук Дж. Дж. Вспоминаем. Смотрим на вот это вот желе. Вспоминаем, оно у нас такое вот колышется на тарелке. И мы тоже делаем такое движение, колыхание, да? Говорим дж-дж-дж-дж-дж-дж-дж-дж-дж. Джелли. Дальше прописываем слово джигл, джагл. Да, это тоже вот эти движения. Джигл, джагл. Движение как колыхание. И следующее нужно вписать пропущенную букву. Дж. Читать слово. Дж. М. Джем. Следующее. Дж. Дж. Э. Л. И fish, jelly. Вот это пока подсказываю букву. Мы с тобой еще не проходили, как она правильно читается. Пока просто запомни. Jelly fish. Медуза. Jelly fish. Следующее. Jump. Jump. Прыгать. Jump. Следующее у нас с тобой диктант на эти слова. Значит, опять нужно взять лист бумаги, ручку. Слова закрываешь в рабочей тетрадке. Я теперь диктую. Jump. Джам. Обрати внимание, как у меня рот открывается. А. Джам. Джам. Дальше ты произносишь слово. Джам. Открывай рот шире. Там у нас звук А в середине. А. А. Апл. Джам. Дальше на пальчиках показываем количество звуков. Дж. А. М. А. Обрати внимание, какой звук в серединке. А, like apple. Помнишь, когда мы большой бутерброд с тобой кусали и говорили а, jam. Записал, теперь проверь, правильно или нет. Если правильно, двигаемся дальше. Jump, jump. Теперь ты повторяй. Jump. Обрати внимание, как у меня рот открывается на звук а, jump. Я его не открываю широко, я не говорю jump. Я говорю jump, а, как а, umbrella. Дальше мы на пальчиках показываем все звуки. Дж, а, м, п, jump. Смотрим, 4 звука, 4 буквы. А дальше записываем. Jump. Записываем на своем листочке слово jump. Дальше ты проверяешь, правильно получилось или нет. Все хорошо. Получилось. Идем дальше. Следующий звук. Звук ау. Вспоминаем, когда мы сильно удивлены. Мы так испугались за бедного козлика, на который упала дуб. Мы говорим ау, ау, ау. Это длинный звук. Смотри, давайте вспоминаем нашу присказку. When two whales go walking, the first does the talking. Когда две гласные буквы идут гулять вместе, то есть пишутся вместе. Первая говорит первая буква, а вторая буква молчит. Так и здесь у нас с тобой говорит первая буква. И говорит она так, звучит в алфавите. У нас же эта буква в алфавите называется «оу». «Оу». Да? Звуки в этом, она тоже будет как оу. А вторая гласная, она молчит. Первая оу. Да. Вторая, но пишутся они вместе. Дальше мы с тобой что делаем? Прописываешь слова. The, g, out. Вот это оу, это просто звук, это не означает ничего. The артикль. Г, out. Goat это. Вот у нас козлик. Следующее. После того, как ты прописал звук, вписываем звук «оу» и читаем слова. Г, оу, т, гоут, козлик. Следующее. Оук, оук. Это дуб. Следующее. Б, оут, боут. Лодка. Небольшая лодка.
или небольшой корабль. Boat. Дальше пишем диктант. Берем отдельно листик, отдельно ручку, закрываем вот эти слова в рабочей тетрадке, и я тебе под диктовку пишем. Первое слово goat. Теперь ты его произносишь. Произнес. Дальше на пальчиках показываем звуки. G-O-T. Goat. Смотрим, сколько звуков? 3 звука. А сколько букв будет? 4, потому что звук O записывается 2 буквами. O и A. Дальше пишем. Goat. После того, как ты записал, проверяй, правильно или нет. Следующее слово к диктанту. Oak. Теперь ты произносишь. Теперь на пальчиках показываем звуки. Oak. 2 звука, но букв будет 3, потому что звук O записывается 2 буквами. И этот звук у нас долгий. Мы еще говорим long sound. Долгий звук. Long sound. Oak. Дуб. Да, записали. Oak. Теперь уже как диктант, да, на листочке. Oak. Записал, проверил. Правильно? Нет. Если правильно, двигаемся дальше. Если нет, то ставь видео на паузу и исправляй. Следующее слово. Boat. Boat. Теперь ты произносишь. Теперь показываем на пальцах звуки. Boat. Смотрим. 3 звука. Но 4 буквы. Потому что... Не могу сейчас. Потому что звук O записывается 2 буквами. O. Теперь пишем boat. Записал. Хорошо. Проверяй, правильно или нет. Если правильно, двигаемся дальше. Если нет, ставь на паузу, исправляй. Следующий длинный гласный звук. Long sound. I. Как будто мальчик, вот этот тренер, представляет, мальчик представляет, что он отдает честь и говорит I. Здесь та же наша присказка работает. When two whales go walking, the first does the talking. Когда две гласные идут гулять вместе, то бишь они пишутся вместе, то говорит первая гласная, вторая гласная молчит. Да, так и здесь у нас произносится первая гласная I, и звучит она так, как называется эта буква в алфавите. А мы помним, да, что эта буква в алфавите называется I. А вторая гласная, она молчит, она немая. Здесь нужно сделать, прописать звук I и прочитать слова. Т, I, П, I, Л, I, Д, I. Слово pie и lie, они будут встречаться у тебя в школьных учебниках. И чуть позже, уже в классе 4-м, у тебя будет слово tie тоже. Возможно, в 3-м. Так. Дальше диктант. Закрываем слова, берем отдельный листик и ручку. Пишем диктант. Как мы это делаем? Я произношу слово, ты повторяешь. Тай. Дальше на пальчиках показываем звуки. Т. Ай. Смотрим. 2 звука, но будет 3 буквы, потому что звук ай записывается 2 буквами. Тай. Теперь пишем. Да? Write down. Тай. I. Записал? Проверяй. Следующее слово. Pie. Pie. Ты произносишь? Пальцы показываем звуки. P. I. 2 звука, но 3 буквы. Записываем. Pie. Писал? Проверь. Следующее слово. Lie. Lie. Ты произносишь?
Теперь на пальцах показываем звуки. Л, ай. Далее. Записываем. Write down. Проверяем. Die. Да, да, это умирать. Die. Die. Ты произносишь? Угу. На пальчиках показываем звуки. D, I. Два звука, но будет три буквы, потому что звук I записывается двумя буквами. Пишем, write down. Die. Угу. Это слово тоже у тебя будет уже встречаться в школьных учебниках, но чуть попозже. Я думаю, что уже в классе пятом. Так, и проверяй. Давай напомню перевод слов. Потому что они без картинок, чтобы было там tie – это галстук. Pie – это пирог. Помнишь, как было apple pie – яблочный пирог, apple pie. Lie – это лежать. Die – это умирать. Переходим к следующему звуку. И сразу будет два звука. Звук и, как будто ослик, вот это ушки ослика. У меня ручки, мои ладошки, это как ушки. И мы наверх ушки, а о, это мы вниз голову и ушки опускаем, открываем. О, и, о. Тоже два долгих звука. When two whales go walking, the first does the talking. Когда первые два звука идут, первые две гласные, когда две гласные вместе идут за ручку гулять, то говорит первая, вторая молчит. Это касается присказка вот этого звука. То есть у нас говорит первый звук, а второй молчит. Здесь немножко другое правило. Здесь нужно просто запомнить этот звук «о». Если у тебя в школе преподаватель будет американец, он будет говорить «ор», да, произносить вот эту букву. Это правильный вариант, просто американский английский. А «о» – это будет британский вариант, да, как говорят в Великобритании. Следующее. Это у нас будет while sound book. While – это значит гласные, sound – звуки, книга. То есть книга гласных звуков. То есть здесь мы посмотрим длинные гласные звуки. Тебе здесь пока все не нужно. Ты книжку просто вырезаешь. И читаешь сначала, читаешь звук «и», читаешь звук «эй», «ю», «оу», «ай», да, и слова вот здесь. Их нужно здесь прописать и прочитать. Здесь пока пропускаем. Здесь, значит, нужно прописать звук «и» и звук «о». Также вписать звук «и» и чуть ниже звук «о». И здесь тоже давай напишем диктант. Закрой эти слова. Диктовку пишем слова. Первое слово be. Be. Теперь ты произносишь. Угу. Теперь на пальчиках показываем звуки. Б. И. Первый звук. В слове будет два звука, но три буквы, потому что звук и записывается двумя буквами. Be. Проверяем. Write down. Пишем. Проверяем, что получилось. Следующее слово. Фок. Фок. Ты произносишь? Угу. На пальчиках показываем звуки. Фок. Три звука, но будет четыре буквы, потому что звук О записывается двумя буквами. А? Пробуем записать. Write down. Фок. Угу. Записал. Проверь.
Следующее слово. Tree. Пожалуйста, ты произносишь. На пальчиках показываем звуки. T, R, E. Мы слышим три звука, но пишем четыре буквы, потому что звук И записывается двумя буквами. Tree. Записал. Write down. И проверь. Check. Check your answer. Проверь свой ответ. Последнее слово. Horse. 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 Обрати внимание, звук, как мы его легко, на выдохе. Horse. Минимая и на конце. Мы ее не произносим, здесь не показываем. Минимая и – это та буковка, которая не произносится. Значит, обрати внимание, у нас будет три звука, но в слове будет пять букв. Потому что звук О записывается двумя буквами, и на конце еще есть немая И. Мы ее пишем, но не произносим. Теперь пробуем записать. Да? Write down. Horse. Записал, проверяем. Все отлично. Следующее задание. Здесь нужно будет обвести вот эти вот полукруги. Это для тренировки соединений букв между собой. Следующее, это нужно опять вспомнить гласные, как они произносятся. Эй, обрати внимание, пока делаем жест, да, показываем. Эй, как будто плохо слышишь. И, ай, и, оу. Теперь вспоминаем, какое слово к чему подходит. Та, ай, тай, галстук, какой звук слышишь? Ай, тай. Снейл. Snail, A, звук A, snail. Three. Обрати внимание, как слово three произносится. У меня язык между передними зубами и нижними зажат. Three, three. Three. Я звук его. Three. Следующее. Sheep, sheep, e, sheep. G. Goat, goat, goat. Look, O, goat. Train, T-R-A-I-N, train, звук A. Coat, coat, звук O, coat. И pie, pie, звук I. Следующие слова читаем. Fork. Вилка. Здесь нужно нарисовать вилку. Storm. Гроза. Шторм. Horn. Horn. Кукуруза. Horse. Horse. Лошадь. Обрати внимание, на конце немая и. Пишем, но не произносим. Fort. Fort. Fort – это крепость. Fort по-русски. И horn. Horn – это гудок. Звонок такой, клаксон. Громкий такой рожок, да, horn. Следующие слова соединяем со звуками. Опять слово three. Обрати внимание, как язык мы высунули, зажали между передними зубами. Three, three. Soap, soap, oh. Train, a. Horse. Ос, б, и, би, п, эйнт, пейнт, краска, пейнт, эй, п, эйнт, вот звук эй. Следующее, г, оут, г, оу, оут, гоут, т, ай, тай, ай, ай, галстук, т, ри, три. Ок, ок, фок. Вот, кстати, смотри, я на другую страничку перехожу. Видишь, что же это слово фок? Вилка, фок. Рэйн, рэй, рэйн, эй, рэйн. Последнее слово пай, пай, пай.
Так, это видео я сейчас сниму отдельным роликом и пришлю. Смотри вторую часть, для продолжения во второй части.